Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и время пройти нашу третью по счету битву титанов. Еще осталось 13 дней, я ее разблокировал еще неделю назад, но вот только сейчас появилось времечко это все дело победить. Так, у нас есть конковинатор, отлично, кем мы будем его побеждать? А как там наш какой-то тиранозавр Рекс или какие рапторы, например? Вот, допустим, пойдут в бой раптора. Вперед, мои маленькие птички. Так, ну конковинатор грозный противник, он помощнее будет. Два удара и хана, собственно говоря. И высокий рост. Помните, когда мы сражались с Омегой, оказывается, конковинаторы, ё-моё, выше тиранозавра у нас в игре сделан. И выше босса Альфы. Пробуем пробить. Ах, одного балла не хватило. Так, ну ему надо бить на все три. Ха-ха-ха. Это отлично. Мы его так спровоцировали, выманили. Пять, 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 один. Да ничего не буду делать. Если что, карнораптором завалим двоих. Итак, 4 балла. Что он сделает? Он трусишка, он решил ничего не делать. Ну, я сделаю 5. Ух ты, ё, он вообще трусишка, полный трусишка. И полностью проатаковал. Ну, в общем, все отлично. Пахик бьет где-то полторушечку, да тыщеночку. С бонусом будет бить примерно 700. Два удара мы должны выдержать от пахика. Ну, точнее, ну, стигемолох. Пахицефалозаврит. Молодец. Ну, 643 почти, как я и сказал, почти 700. И, кстати, они примерно одинаковые по размерам. Ну, атакуем по полной. Так, первый бой есть, ну, а точнее второй. Еще три. У-у-у, Барионикс, ребята, мы еще никогда не встречались с противником в виде Барионикса. Так, и кого же мы так выставим с ним на дуэль? Вот. Так, кого бы выставить? Первого индораптора, Раджестегу. И акроконтозавр, например. Правда, и индораптора нужно было ставить не первым. Ну, примерно баланс у них одинаковый. Тут больше жизни, меньше удар. Ну, похоже. То есть он нас валит, скорее всего, за 3, и я его тоже за 3. 2 не должно хватить. Да. Вообще-то по-правильному. 53, блин, не хватило каких-то 30 очков. По-правильному не надо было сейчас атаковать, но я просто хочу, чтобы именно индораптор съел этого барионикса. И у нас эудиморфодоны просто. Сейчас он атакует всего лишь на 1, и пострадает моя раджастега. А так бы у меня было сейчас 8 баллов, и было бы хорошо. Потому что я-то как бы за 2 не могу пробить эудиморфодона. Это было, конечно, стратегически неправильно, но красота требует жертв. Так, довольно сложная ситуация. Ну, вот так вот приходится, потому что у него могло быть на следующий ход 5 баллов.
Так, ну давай, атакуй и покончим. Покончим с этим. Атакует на 3 из 4. Этого нам достаточно. Ауч. Так, готовенько. Вторая, она же третья битва. Так, и у нас здесь травоядный. Вообще, это идеальная троица, да, как говорится, так как я учу. О-о-о-о-о. Барионикс, Метриофадон. И пусть будет Урхозавр. Так, давай. Шипастик в атаку. Мастодонзавр, у него будут потом, короче, хорошие будут показатели, хоть он и не максимального левела. О, это, короче, зря. Странно, странно, такую только что какую-то ерунду сделал наш противник. Мастодонзавр 4 на 1000, да, был. Атака на 2. Так, ну и я делаю то же самое. Атака на 2, 2 в перенос. Так, вот, вот так вот не хочет Стигималох. Короче, его пинками выперли на нашу арену. И он вынужден проатаковать. Почему? Потому что у нас было всего 2 балла. И за 1 балл он нас убивал. Потому он это, короче, был обязан сделать. У него не было выбора, ребята. И вот так вот по щам мы его затакомазили, да? У кого длиннее шипы были, у Урхозавра или Стигималоха, ребята, как вы считаете? Так, ну что, ребятки, последний бой. Он важный самый. Так, давай в атаку. Так, Конкавинатор, и Аламбия, и Апатич. Возьмем Индоминуса. Да, примерно поровну, правда, Конкавинатор помощнее. И нам еще Хищник. Там, по-моему, Метрия... О, Паникал Агреус, ё-моё, очень давно им не сражался. Это, кстати, очень хороший динозавр Jurassic World Alive. Я так смотрел, даже там у кого-то в топ-10 мирового рейтинга есть Паникал Агреус, вкачанный там на максимум. Представляете себе, самый обыкновенный Паникал Агреус. Ничего, ничего. Ну, можно было крутозавра и приберечь, но как бы особо нужды нет. Я думаю, у нас и так все получится. Атака на 2. Вот подлец. Это, конечно, он превзошел все мои ожидания. Да, от апатозавра защищаться вообще смысла нет. Он не пробьет. А мы сейчас его загрызем. Ну, он сделал все, что мог. Молодец, хвалю за храбрость. Теперь мое время. Вот и все, ребятки, красотища.
Так, ничего себе, нам дают дарвиноптера. 5000 генов, 7500 генов и крутого дарвиноптера, ребятки, нам дают. Так, давайте сейчас мы попробуем посмотреть на дарвиноптера, если он у меня где-то здесь есть. Птеродаустра, птеродактиль. Я тупуксуару до сих пор не докачал. Вот печалька. Так, ну, дарвиноптер это был последний наш летун, которого давали за получение 70-го либо 75-го уровня. Только вот где он? Почему-то мне казалось, что он где-то там внизу должен быть. Ну, ладно. Где-то потерялся дарвиноптер, ничего страшного. Давайте мы заглянем вот сюда и сделаем еще здесь. Так. Встретьте свои страхи. Гигантозавр, аллозавр, кецекоатль, какой-то там еще. Птерозавр и одна из первых амфибий. С на букву С. Па-бам! Так, пир в перьях. Да, джунгариптер, топижар, рамфаринг, чедзингоптер и может кецель или кто там. Да, только перышек у них не было. Высокий, высокогорный год. Высокогорный, вот это я прочитал, высокоосный год. Так, унайзавр, пирраптор, дилофазавр, монолофазавр и это унайринг, наверное. Или галимим. Кто-то из них галимим может. Так, ну вот так вот, ребятки, в общем-то, на этом все. Так, я тут убрал. Да, у меня раньше вот здесь находилась вот эта вот амфибия синенькая, которых больше уже здесь нет, как вы поняли. Так, парк живет своей жизнью. Так, нужно, кстати, еще... А, еще нам не дали еще одну статуэточку. Альфы еще одну статуэточку. Ну, ничего. Мы немножко подождем, ребятки. А на этом все. Всем пока.